Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ник, мы продолжаем играть в различные игрушки, а сегодня мы сыграем с вами в Vainglory 5x5, то есть моба. Да, мы уже смотрели игру Mobile Legends, там был тоже вроде 5 на 5 или 4 на 4, я уже не помню, у меня память как у золотой рыбки, вы это прекрасно знаете. Ладно, собственно, я только что запустил игру, еще вообще ничего о ней не знаю, ну кроме того, что... Это моба. Но вы мне посоветовали в нее сыграть, так что давайте посмотрим, что это за игра. Первым делом, конечно же, пройдем обучение. Я решил его не скипать. Заодно, возможно, тем, кто смотрит эту игру впервые, будет интересно посмотреть обучение. Кому вообще интересно смотреть обучение? Ну да ладно, может быть, кому-то интересно. Линия богата золотом, но вам необходимо преуспеть в добывании. Лучшие игроки зарабатывают больше 250 золота за первые 5 минут. Не знаю, о чем это они говорят, вообще не имею понятия. Каждый матч Vainglory — это эпическая битва между двумя командами опытных героев, задача которых уничтожить базу врага. Чтобы одержать победу, нужно действовать скрытно, разумно и эффективно. Ну ладно, вперед, вперед. Что ж, давай покажи, на что способна. Выберите способ управления. Виртуальный джойстик, сенсорный экран. Давайте сенсорный экран. Нормальное такое управление будет. О, как она медленная. Господи, какая она медленная, серьезно. Нажмите на врага, чтобы атаковать его. Так, не игнорируем. И все, нужно постоянно зажимать на врагов, это же... Зажимать? А, нажимать. И правда, но только если они стоят на месте. Обычно это совсем не так. Так, куда? Нападите на враг, герои стрелки будут атаковать тебя издалека. Убить их одними лишь базовыми атаками будет непросто. Блин, неприятные чуваки, реально. Выучите первое умение, веселье с кокотками. Да, такое название... Графику я поставил не на максимум, я поставил ее на автоматическое. Вообще там какие-то очень расширенные настройки, то есть я такие еще... А, ну да, я должен нажать на врага. Меня сейчас убьет. Отлично, попал по нему. Видимо, он должен был быть в радиусе. Да-да-да-да-да-да, я не буду это читать, потому что, ну, это глупые... Хватит болтать, иди сейчас... Выучите второе умение. Окей, выучиваем. Ага, бьет по площади вокруг себя. Победите Финна. Ну погоди, кто это еще? Этого дружелюбного речного тролля зовут Финн. Сегодня он будет твоим спарринг-партнером. А можно я лучше опять с теми пушистыми зверьками? Ну-ну, не обижайся, Финна, ты же хотела сразиться с героями, ну вот пожалуйста. Но это же нечестно. На тебе. Да нормально, чё, изи. Финн наносит очень много урона, у тебя в инвентаре есть лечебная фляга. Отлично, можно каждые 120 секунд хилиться. Понял. Давайте еще используем пару способностей, добиваем этого противника. Ну, это обучение, бла-бла-бла. Отлично, победа. Вступление мы с вами прошли на 3 звезды. Тут есть еще рейтинг типа 3 звезды, но это странно. Наверное, только в обучении. Так как игра все-таки мультиплеерная, и как бы 3 звезды, серьезно. Кошка у нас открыта, новый персонаж, так, уничтожение турелей. Теперь нас научат справляться с вражескими турелями. Ну, давайте посмотрим. Какое интересное обучение, просто захватывающее. Но графика действительно приятная, мне достаточно нравится. Дорогу на вражескую базу охраняют огромные пушки турели. Но я же люблю шутки и веселья, эти миллионы, они что, на моей стороне? Именно так, они помогут нам уничтожить турель, сейчас я покажу тебе как. Преградили путь, да-да-да-да-да-да-да-да. Я все понял. Так, давайте вынесем вражеских противников. Вражеских противников. О, боже мой, что со мной не так? Ну ладно, теперь, короче, эта штука будет бить по нашим миньонам, а не по нам. Ну, вражеская турель. И пока она не убьет всех миньонов, мы сможем, так сказать, ее атаковать. Жуткая штуковина. Кошка. Да уж, но к ней можно подойти, прикрываясь миньонами. Так, сваливаем. Отлично. Свалили, да-да-да, она не нацелилась еще на меня. Наших миньонов убили, это конец, турель победила. Нет, сейчас придет еще. Скоро придет следующая волна, дождите их вместе с ними, наступай на турель. Окей, я понял тебя. Давай, выноси их. Погнали, погнали. Ну и все, сейчас мы развалим с вами турель. Скорее всего, тут будет всего один противник, то есть одна турель, и на этом тоже обучение, скорее всего, кончится. А я могу как-то приближать? Нет, я не могу приближать почему-то, не знаю уж почему. Давайте используем это, и победа, победа, снова 3 звезды. Странный рейтинг, ну да ладно. Подключение. И у нас третий идет, последний, открыто Катрин, тем не менее. 5 на 5 с ботами, то есть последний урок, последняя фаза в обучении, а потом сыграем пару матчей, ну, 1-2 матча сыграем по сети уже с настоящими игроками, я надеюсь, потом будут не боты.
Ну, по крайней мере, я надеюсь, тут нету такого очень расширенного обучения, как в Mobile Legend, потому что там в Mobile Legend одно обучение проходилось очень долго. Здесь оно проходится гораздо быстрее. Это прикольно, это прикольно. А то сыграйте с ботами один раз, сыграйте с ботами второй раз, сыграйте с ботами в третий раз. Это там немножко напрягало. Посмотрим еще, как вообще будет тут... ну, как собственно, игра. Скажу в конце, понравилась мне или не понравилась. Ну, по первому взгляду, естественно, я не смогу ее оценить объективно, сыграв всего пару матчей. Это нужно действительно поиграть немного, чтобы уже вынести, так сказать, решающее мнение. Долгая загрузка была для ботов. А мне здесь нравится, я могу победить всех при всех. Ты одолела всего одного героя, но теперь все будет по-взрослому. Против нас объединились мощные противники, они ни за что не отступят. В этих садах живут легендарные чудища, турели сильны и опасны. Думаю, ты к такому еще не готова. Но я же круче всех, я справлюсь. Мне нравится твой настрой, хотя обычно такие, как ты, долго не живут. Удачи в бою, юная убийца, и не забывай, чему я тебя учила. Ловкий боец, убийца, сильнейшая слабая защита, сильнейший вампиризм, высокий урон, хорошая подвижность. Я хочу убийцу, я хочу много урона. Погнали. Ой, я стал быстрее бегать. По-моему, быстрее. Но почему-то мои союзники бегают быстрее, чем я, это обидно. Нет, реально, это обидно. Почему я вроде кошка, я быстрый, а какие-то там меха и просто люди передвигаются почему-то быстрее, чем я. Ну ладно, окей. Первый противник. Так, не идем сюда. Пусть сначала миньоны наши подойдут, и теперь уже вместе втроем нападаем на турель. Пушим среднюю линию. По-моему, тут у турелей меньше здоровья, чем должно быть. Потому что мы их просто выносим очень быстро. Давайте второй спецприем себе вкачаем. Так, он на меня почему-то нацелилась, турель. Я отойду. Меня вылечил кто-то, неплохо. Давайте сразу же сплэшом убьем всех. Я хочу героя вражеского прикончить, отлично. Так, валим, валим. Валим из радиуса зрения турели. О, тут у нас противник есть. Давайте вынесем вражеского героя. Ну или, по крайней мере, попытаемся его вынести. Да, тут почему-то противники слабее, чем мы. Я не знаю, с чем это связано, видимо, для того, что это обучение. Да, если вы слышите какие-то звуки на заднем фоне, это у меня сосед долбит молотком по стене. Иногда он еще включает дрель или перфоратор. Или еще хуже, я не знаю, что-то, что очень громко шумит. Так, пока что мне очень нравится. Мне даже, наверное, чуть-чуть побольше нравится, чем Mobile Legend. Но это не точно. Это пока не точно. Пока не сыграю онлайн, я не смогу уже выявить. Так, я не заметил. Тут плохо видно вражеских героев. Вот что мне не нравится. То есть я их... Может, это, конечно, мой косяк. Давайте проносить турель. Почему-то она на меня опять нацелилась. Почему именно на меня? Ну ладно. Какой-то кристалл. Усиливает кристалл. Не знаю, что это за штука, давайте ее расхреначим. Отлично, победа. Так. Теперь главное, чтобы меня вот эта вот толпа не вынесла. Надо быть аккуратнее. Ну и куда вы пошли все? Ладно, буду мобов убивать, прокачиваться. Здесь их дофига просто. Целая куча. Давайте на героя используем спецспособность. А нас оглушили. Не очень круто. Сейчас накинуться толпой. Так, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Кошка, вали нафиг. Нет. Господи, это тупой стрелок. Что произошло? Тебя убили, но не волнуйся. Скоро ты... Я тебе дам сейчас воскреснуть. А я воскресну прямо здесь же или на базе? Нет, я не могу воскреснуть здесь. Скорее всего, я точно воскресну на базе. Скорее всего, точно, да. Ну да, естественно. Как у всех мобов, мы с вами воскресли на базе. Да, просто почему-то мои союзники, они вместо того, чтобы вместе, все вместе атаковать и, не знаю, помогать мне, они решили отступить, оставить меня против всех драться, хотя мы могли вынести их просто сразу же, если бы они просто не отступили. Серьезно. Вот зачем они вот сейчас отступают? Вот почему они не пушат? Они за мной специально ходят. Проиграл в обучении? Нет, серьезно. Ну не проиграл, умер, ладно. Конечно, я убил парочку, но... Да, господи, какая... Иногда мне бесит вот эта медленная скорость моего героя, это просто капец какой-то. Так, нашего... А, нет, это наоборот противника завалили. Ладно, давайте кристалл мочить. Я сразу на него все способности буду использовать. Опять меня кто-то оглушил. Кто меня глушил? Неважно, неважно, кто меня глушил. Мы прошли наконец-то обучение, теперь уже будем приступать к этому, как он называется-то. К онлайн-игре.
идет у нас подключение. Отлично, вот познакомились с основами, пора сыграть и показать всем, на что вы способны. Окей, 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 фестиваль звезд, какие-то испытания, это все не важно. Давайте посмотрим, что у нас в магазине, что тут бесплатно же должны дать мне все-таки, я же, типа, начал играть. Хочу бесплатно что-нибудь. Эксклюзив для iOS. Извините, у меня не iOS, у меня Android. Зачем вы мне предлагаете эксклюзивы для iOS? Зачем мне это? Зачем? Ну, окей. Не вижу я ничего, вот задания какие-то есть. Какой-то, подождите, что это там забрать? Забрать, я могу что-то получить. Сундук. Здесь у нас слава, 500 славы. Я не знаю, это, видимо, какая-то валюта. Бесплатный сундук также можем открыть. Пора открывать, давайте откроем, посмотрим, что здесь. Где всей кланки не будет. Еще 10 чего-то там. Видимо, слава это не то. Еще один бесплатный сундук у нас доступен. Натиск, новый талант и слава, опять же. Катрин, редкий талант, при каждом срабатывании стального кулака Катрин получает временный бонус в силе оружия, кристалла, да-да-да-да-да. Я вас понял. Также какой-то вот здесь вот награда, видимо, доступна в талантах. Адажио, что это такое вообще? Что я должен сделать здесь? Не открыт, не открыт. Тут, видимо, а вот у нас талант какой-то открыт. Можно его улучшить за 10 каких-то штук, которых у меня нет. Вход за регистрацию. Господи, что это такое? Вы играете в качестве гостя. Ладно, давайте я сейчас быстренько зарегистрируюсь, чтобы уже играть не на гостевом аккаунте. Потому что если я потеряю прогресс, то будет не очень круто. Ну, в общем, я вернусь к вам, как только вас зайду в игру. Сейчас буду. И вот, собственно говоря, я зарегистрировался, да. Давайте выберем имя игрока. Ну, я использую свое, как обычное, имя. Так, я хочу большими буквами, обязательно большими. Так, готово. Надо было, видимо, сначала это сделать, а потом уже включать запись. Но, тем не менее, вот наш ник. Давайте открывать сундук. Бесплатный сундук нам дали за регистрацию. Что у нас тут будет? Еще куча славы. Неплохо, пойдет. На следующий уровень нам, видимо, еще что-то дадут. Испытание. Господи, можно уже закончить с наградами? Вроде все бесплатные награды мы с вами собрали, да? Также давайте посмотрим, какие есть герои. У нас есть Адажио бесплатно, Барон, Ворон, Катрин, Кошка, Малена, Милина почти что, Риза, Петель, Лира, Лорелея и Скай. Я понятия не имею, кто это такие и на что они способны. Ну ничего, сейчас будем... Хотя, может, стоит изучить, прежде чем начинать, потому что там, может быть, будет уже... Так, давайте изучим быстренько героев, буквально пробежимся, не будем долго их изучать, чисто вот так вот посмотрим. Нападение, значит, дальний бой у него, окей, это у нас дальний бой тоже, это у нас ближний бой, меч, это у нас защита и поддержка, кошка у нас кем является? Да, ближний бой, огромный урон, также петель у нас является дальний бой, стрелок. Это у нас снова дальний бой. Прикольный, кстати, персонаж. Я думаю, может быть, за него мы и сыграем. Поддержка. О, Лира, целитель. Блин, я хочу за целителя сыграть. Не знаю, почему, очень хочется. А есть какой-нибудь, знаете, прям, ну, лучник-лучник. Просто вот именно с луком. Лучник, мега-лучник луков. Поддерживает союзников. Поддержка. Не знаю, что это за поддержка, но мне как-то не очень. Я это смотрел? Да, это я смотрел. И последнего персонажа, он у нас ближний бой. Не люблю ближников, не умею... А, нет, не последний, вот еще есть один. Это у нас прям-таки робот стрелковый. Окей, я понял вас. Ладно, все, давайте уже играть. Блин, сколько можно ждать-то было? Значит, 5 на 5, 25. 3 на 3, 20. О, тут несколько режим. Есть еще блиц игры, блиц режим, 5 минут. И королевская битва, режим схватки. Блин, это круто. И обучение есть еще. Но обучение мы с вами прошли. Итак, на что, во что же мы будем играть? Давайте по стандарту сначала сыграем. Любители играть ради удовольствия. В одиночку с ботами. Только вы и боты нет. Тренировка, попробуйте любого героя. Нет. Давайте и любители, разве у нас вроде нету никаких других. Проверим, кстати, как идет, работает подбор игроков. Принять, наверное, стоит нажать. Надеюсь, что вот в этом подборе игроков будет действительно, ну, я буду играть с такими же нубами, как и я сам, потому что иначе это будет просто нечестно. Капитаны. Так, ну я хотел играть за хилера, где он у нас? Во, хилер, отлично, выбираем. Базовый образ пойдет. Выбор линии. Что? На линии, в лесу или в роли капит... Что я там должен... Я не умею играть, серьезно. А что значит капитан? Что делает капитан? Я вообще не понимаю. Я половину не понимаю, что тут происходит. Ну да ладно.
Значит, у нас есть ворон-ближник, Глейв, я не знаю, кто такой. Также у нас есть, как его, поддержка, юнит-капитан, и пила, я не знаю тоже, кто это. И мы играем против каких-то чуваков, но я из них только одного знаю. Ну, двух, может быть. Saint Age, Taku я вроде тоже видел. Или не видели мы его. В общем, я не знаю. Я первый раз играю, серьезно. Сейчас увидим, все сейчас увидим. Вот этого чувака я боюсь, который там это такой злой. Боевой маг, высокий урон, среднее исцеление, поддержка команды, мощное исцеление, защитник команды. Я хочу боевым магом, так как я хочу быть хиллером, который будет сражаться. Что у нас за обилки? Нас говорят первую улучшать, ну давайте первую улучшим. Обычно первая наносит урон, а вторая хилит. Но обычно. Так, сосед опять начал стучать, надеюсь, вам это не слишком сильно слышно. Да, моя скорость, блин. Единственное, что мне не нравится в этой игре, почему-то тут очень медленные герои. И реально, просто мега медленные. А, что это было за перемещение читерское? Так, иди сюда. Давайте потихонечку его нагибать. Давайте используем способность. Посмотрим, что это за способность. Какой-то яд. На еще. Наслаждайся. Серьезно? И это все? Это был супер-мега-крутой чувак? Зачем он? Он просто пришел и умер. Он пришел и умер. Окей. Дайте я отойду, чтобы меня перестали стрелять. Так, запульнем нашу способность. Это какой-то яд или что это такое? А, один раз нажимаем, используем. Второй раз и типа еще раз используем. Опять этот чувак пришел. Хочет именно меня фокусить. Давайте отойдем под турель, чтобы ему было неприятно с нами драться. Да, неудачник. Нам засчитали килл, потому что он сдох от турели. Окей. Мочи, мочи их всех. Давайте я снова использую способность сейчас. О, я могу использовать теперь вторую способность. Что она делает? Видимо, вот этот вот значок энергии значит, что у меня нет маны. То есть у меня даже на обычной атаке уходит мана? Серьезно? А это что такое? Что это такое? Я не знаю, что это такое. Похоже на какую-то турель. Я что-то сделал. Пытается меня убить. Ну, давайте его зафокусим. Бац! Вы смотритесь убедительно, вы победили врага, окей, я знаю, я крутой. Этот противник стоит под турелью, поэтому я не хочу к нему подходить. Так, можно я именно на противника нажму? Отлично, мы не вне радиуса турели. Это, видимо, обычный моб, это не герой. Но очень похож на героя, потому что, ну, он большой. Это, видимо, как вот наш моб сейчас. Давайте отойдем, потому что там нашего сейчас убьют и будет по нам урон наноситься. Я хочу улучшить второй спецприем. Не знаю, чтобы он не значил там. Отвали от меня. Ближнебойный боец мне противопоказан. На, получай. Сейчас попытается убежать, скорее всего, но уже не успеет. Отлично, мы победили с вами. 3 минуты уже идет матч у нас. Так, и мне бы хотелось отхилиться. Каким образом здесь можно отхилиться? Точно так же перейти на базу? А я могу телепортироваться на базу? Вот это что за кнопочка? Видимо, она как раз-таки возвратит нас на базу. У нас все равно нету почти маны и нету здоровья. Поэтому давайте возродимся на... Восполним все на базе. Увеличивать силу кристалла. Купить. Что это? Что я сделал только что? Неважно, я что-то купил на базе. Противник нас пытается пушить. Кстати, на базе я хожу быстрее, чем здесь. То, что я заметил. Давайте... А, эта книжка, она хилит вокруг. Понятно, то есть нам надо держаться. Но так как я выбрал боевого мага, я буду все-таки вести себя как боевой маг. Фокусим его, и мы добиваем его еще раз. Что такое, это чувак какой-то слабый? Он просто умирает от нас, серьезно. То есть, если что, второй спецприем хилит, да, как я понимаю? Давайте первый прокачаем, я не хочу второй прокачивать, так как он... Ну, у нас тупо нету союзников. А хилить мобов, ну, это такое себе. Давайте себя хотя бы отхилим. Или нет, она не хилит, серьезно, она себя не хилит? То есть, медик, который не может себя отхилить, серьезно. Это когда так, получается, работает? Тут моя пушка стоит, которую я зачем-то кинул один раз. Можно вот сюда, кстати, использовать свой спецприем, так сказать. Бац, используем. Не знаю, что мы сделали.
исходим из-под радиуса действия турели. Я могу еще вот сюда поставить свою турель. Не знаю зачем, просто поставим. Угу. Что-то как-то очень много урона наносят турели вражеские, и мы просто не можем их в одиночку-то затащить. А мобов они выносят очень быстро наших. Речные лавки начали работу, добро пожаловать за покупками. Что? Кстати говоря, давайте посмотрим, что тут у нас в лесах. Я еще не видел, что в лесах. А здесь у нас кристальный тренд. Давайте проверим, сможем ли мы его убить вообще. Да, вроде бы мы наносим ему больше урона, чем он нам, поэтому мы сможем его победить. Что еще? Я хочу первый, наверное, прокачать, не второй. Надо бы, по сути, и второй качать, и первый, но я не хочу. Добьем почти. Да, отлично, мы победили, получаем немного денег. Пятый уровень, давайте отхилимся. Не хочу возвращаться пока на базу. О, противник там. Давайте я использую свой первый спецприем, так сказать. Вроде я попал по нему. Это уже другой, это другой парень. Ага, добили, добили мы его все-таки с вами. Не знаю, давайте отхилим всех наших мобов. Зачем? Они вообще, по-моему, даже мобы не хилятся. Блин, охотник идет к нам, не очень круто, так как у меня не полное здоровье. Но у меня больше уровень. Так, я не хочу в этом круге стоять, чтобы он не значил. О, нам пришел помощь союзник. Давай, чувак, тащи. Героя вражеского надо тушить. Отлично, добили. Все, третья способность разблокирована. Не знаю, что она делает. Надеюсь, что-то крутое. Отлично. Теперь давайте башню пушить, пока у нас мобов не убили. Все, отходим, отходим. Этот чувак почему-то просто стоял и даже не подходил к башне, хотя у него была возможность еще пару раз ударить. Давайте отхилим его. Эта штука точно хилит? По-моему, она вообще не хилит. Все, теперь все вместе атакуем. У меня уже шестой уровень, я, по-моему, самый высокий уровень среди нашей команды. О, вражеский герой идет, отлично, давай, пушим его, пушим. Блин, он на меня какой-то стан навесил, не круто. Отлично, мы победили, не знаю, по-моему, мой союзник убил его, не я. О, еще один герой наш подошел. Скоро хилка будет готова, скоро отхилимся, но маны у нас до сих пор нет. Пора закупаться, отправляйтесь на базу или в лесной магазин. А где у нас находится лесной магазин, я что-то не понимаю. Действительно, пора закупаться, давайте отправимся на базу, так у меня немножко нет здоровья, хилку я не хочу тратить, а маны у меня нету. Так, как тут что-то закупаться? Вы заработали золото, здесь что-то купить. Здесь что, автоматически, что ли, вот такая покупка? Почему я не могу выбирать? Или я должен вот сюда нажать? А, да, точно, я должен был нажать, а так он мне автоматически нужное снаряжение прикупил. Что это такое, я не знаю, ну, ботинки какие-то, супер ускорение, видимо, на секундочку. А это что за перки? Видимо, это пассивные перки и активные перки, которые можно покупать. Господи, как много всего! Я еще даже не посмотрел новую способность, но она похожа на телепорт. Да, это просто телепорт, серьезно. Так, отходим, потому что у нас последний моб остался. А, я могу перемещаться туда-сюда. Прикольная тема. Все, они быстренько вынесли героя, осталось только добить мобов. Ай, по мне попали все-таки немножко, ничего страшного. Давайте хил прокачаем, почему бы и нет. Поставим хилку здесь, сразу всех отхилим, пока они бьют турель. Отлично. Ау, что это был за шарик такой прилетел на такое огромное расстояние? На, получай. Больше адской штуки. Так, нет, не хочу, не хочу. Хилка, я жив. Блин, надо было телепорт использовать, но у меня он, по-моему, не откатился еще на то время. Отхил, чуваки, отхил. Блин, он меня не хилит, я совсем забыл об этом. Так, это плохая идея, это очень плохая идея. Знаете, я вернусь на базу, я не буду особо, как сказать, пушить на данный момент. Я вернусь на базу и хочу посмотреть, где я могу подфармить немножечко опыта. Кристалл какой-то, давайте возьмем. Не знаю, зачем он мне. И я хочу побродить немножко по лесам. Вроде мы пока лидируем, у них не так сильно прокачанные герои, поэтому можно пофармить немножечко в лесах. Ек.
What's next? А черт его знает. Сейчас увидим. Во, магазин предметов какой-то есть. Ну, я хочу Трента Целителя еще раз вынести. Давайте я использую даже на него вот эту штуку. Что-то какой-то он вялый получился. Я думал, он будет серьезно более сильным. Тут какой-то дракон еще есть. Я могу на него напасть? Ну, значок дракона, по крайней мере. Нет, видимо, он еще не появился. Скорее всего, он появится где-то после 20-й минуты игры. Ну, или что-то типа того. Я не уверен. Оружейный Трент. Давайте его тоже завалим. Что-то все противники вот эти, которые в лесах, они очень быстро складываются. А опыта дают нормально так нам. Единственное, что мне не нравится, и вот хилка у этого чувака, она требует два раза использовать. То есть сначала вы ставите ее на землю, а потом активируете. Это как типа дистанционная бомба или что-то вроде того. Давайте попробуем пофармить мобов тогда. Неплохо так фармится, кстати. Пойду еще раз в леса, потому что, ну, здесь некому помогать мне это. О! Отлично, успел использовать обычные атаки. Но я не знал, что здесь враг. О, еще один. Смотрите-ка, и еще минус один. О, как хорошо-то. Как хорошо выцеплять их. Я прям счастлив, когда так делаю. Давайте вот сюда поставим эту штуку. Сразу прокачиваем еще один способность телепорта. Не знаю, зачем у нас тут наши союзники, двое подбежали, поэтому будем сейчас потихонечку их пушить. Разрушили турель. Блин, почему когда она разрушена, я не могу проходить мимо нее? На, получай. Бам! Какое-то безмолвие, там два врага, поэтому я не хочу пушить сейчас в одиночку. Хотя уже один, уже один. Один, видимо, отступил. Давайте отхилимся. Ну, не себя, а против своих союзников. Но он почему-то ушел, ладно. Убили. Вроде наш союзник его убил, не мы его убили. Ждем мобов, ждем. Господи, эти подлаги иногда встречающиеся. Такого не было, по крайней мере, в Mobile Legend. Серьезно. То есть просто, знаете, так зависает игра, и это может быть реально проблемой. Так. Я поставил мину, не знаю зачем. Я хотел использовать на мобов, а потом передумал. Ну, давайте используем, чтобы у нас хотя бы перезарядился скилл. Стреляй, стреляй. Помогайте мне уничтожать эту штуку. О, противник наш подошел. На, нас, получай. Бам! Чуть-чуть не попал. Отхил, но тут наши союзники нам помогают хорошо их убивать. О, Пента. Давайте попробуем из этого противника завалить. Тоже убиваем его. Я точно играю не против ботов, а против нормальных игроков. Просто я первый раз играю игру, и я уже, по-моему, убиваю. Серьезно. Нет, это не я убил. А, вот сейчас меня убили, потому что я задумался. То есть я просто не увидел, что вокруг много противников, и задумался просто. И меня победили. Да. Это было не круто с моей стороны. Не надо забывать. О, смотрите, у нас доступна теперь какая-то лошадь и дракон. Я хочу. Давайте купим рандомных предметов, потому что я не хочу разбираться с тем, что мне надо. Это слишком сложно для новичка. Потом будем с этим разбираться уже. Воскрешение. Матчи идут гораздо дольше, кстати, чем Mobile Legend. Я не знаю, это, наверное, минус больше, чем плюс, потому что, ну, не хочется тратить обычно на игру много времени, особенно на мобу, где сессионные постоянные матчи. Ну, я бы не сказал, что это особо критично. Ну, 20. Ну, 25 минут это, конечно, много, да. Тренцы, целители, давайте с ними разберемся, потом разберемся с драконом. Ну, попытаемся, по крайней мере, мне кажется, 10 уровня уже хватит на то, чтобы разобраться, да. О, новая броня, можно купить ее. Давайте проверим, сможем ли мы вынести дракона в одиночку. На тебе. Ну, в принципе, мы ему наносим больше урона, чем он нам. А если я сделаю портал вот сюда вот, то нормально? Нормально все. Хоп, переместились сюда. Крутая тема. Давайте еще используем первую. Еще первую. Портал у нас перезаряжается. Первый тоже перезаряжается. Давайте отхил врубим. Чуть-чуть не хватило до моего союзника. Да. Сам отхилюсь, наверное, понемножку. Снова первую поставим. Вот смотрите, вся наша команда пришла его мочить. Молодцы. Реально молодцы. Сразу поняли, что я пошел и помогают мне. Отлично. Ваша команда выпустила черного когтя. Это хорошо, это хорошо.
Говорит нам посерьезнее, посередине пушить. Да, вот идет дракон у нас. Давайте пушить вместе с ним. Чуваки, не идите слишком быстро вперед. Конечно, вы понимаете, что он дойдет сейчас до вас, но... Так, да пофиг, давайте пронесем. Что там, пару ударов, мелочи какие-то. И все вместе пушим их через серединку. О, как дракон... У дракона огромный рейндж, конечно же, вообще жесть. Так, отхил, всем отхил. Отхил короля, королям отхилов. Не-не-не-не-не, пушим, парни, пушим, не отбегайте. Вперед все, сейчас быстренько их развалим, буквально за секунды. Вот противник пытается что-то сделать, ну, это глупо, мы победили. Да, это было легко, серьезно. По-моему, я даже, ну, может быть, даже лучше всех сыграл. Ну, нет, вряд ли я сыграл лучше всех, да. У нас была пара игроков, которые сыграли лучше меня. Они, конечно, побольше раз поумирали, чем я, но убили тоже гораздо больше. Но уровень, по-моему, у меня самый высокий, да, из моей команды. Еще есть 10 уровня Saint Age у противника. Угу, как-то так. Да, как-то так получается. Давайте посмотрим другие режимы, да, не будем играть еще один раз за, ну, в тот же самый режим, посмотрим еще другие режимы и будем уже потихонечку заканчиваться, или хотя бы один режим, ну, посмотрим, сколько у нас времени будет. Первая победа. Уровень, первый сундучок, бронзовый сундук, о, господи, как много всего, я хочу все это сделать. Как открыть сундук? Во-первых, я хочу задание, а, не, я не могу, да, через 12 часов, окей. А сундук, я видел, я получил сундук, нет? Ладно, давайте попытаемся пройти, поиграть еще в другой режим, посмотрим, что там у нас. Нажимаем играть и выбираем другой режим. Играть, играть, ждем, 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 ждем. 3 на 3, хочу 3 на 3. Подождите, стоп, я хочу проверить, а тут время меньше, да, время 20 минут, отлично. Потом еще сыграем в блиц режим, наверное. В одиночку с ботами нет, любители. 3 на 3 звучит неплохо, это значит, что меньше будут зажимать, то есть только 3 игрока смогут драться друг с другом. Но при этом это значит, что и, скорее всего, будет больше командных игроков. Конечно же, мы сыграем с вами за другого героя. За кого бы я хотел сыграть-то? За ближних бойцов я, наверное, не буду играть. Я хочу сыграть целитель. Исцеляет союзников, оглушает, поддерживает союзников задних рядов, контролирует поле боя. Тут есть какое-то время, да, 40 секунд у нас еще есть, поэтому можно не париться. Это мне не очень нравится, эта волшебница умеет менять форму, адаптируется нападение, защита. Подожди, сложность высокая, ни одного кэри, ни одного капитана, ни одного лесника. Серьезно? А лейнеров, видимо, дофига. Воин на ракетном ранце может нанести мощный удар. Знаете, я выберу... Я, конечно, знаю, что у нас достаточно фиговая команда, но я выберу Милену, потому что я хотел за нее сыграть. Базовый образ, да-да-да, роль. В какой роли вы собираетесь? Керри, лесника или капитана? Я буду играть... Неважно, пусть само... Само пусть все делается. Монхейт, Лалун, Рэшенбул, Солутон, Роузанани и я, да. Никакий. Милена, Рона, Адажио, Лорелея, Озу и Кестрел. Название героев. Названия очень странные. Солустон. Солутон. Блин, мне уже везде Хардстоун мерещится. А, я что-то выбрал. Можно изменить, можно изменить. Я не знаю, что я выбрал. Я не знаю, как изменить. Ладно, неважно. Просто покупаем все, что есть, и идем вперед. Надеюсь, я выбрал атаку. Там было 3, по-моему. О, это другая карта, кстати. Смотрите, карта другая. Фух, я думал, опять же, по 3 линиям придется пушить втроем, и меня будут по 2, по 3 человека сливать постоянно. Но, кажется, нет. Так, подходим к серединку. Я хочу спрятаться в кустах. В кустах, видимо, меня не видно. Ха-ха-ха, он идет, ничего не подозревает. И тут мы такие... Ха! Вот и попался! Сразу третий спецприем используем. Давай, давай, мочи его, мочи. О-хо-хо-хо-хо-хо! Хитрый, хитрый план. Давайте еще используем эту штуку. Не знаю, что она делает. Не знаю, почему она у нас доступна с самого начала, но окей. Давайте теперь в другой куст спрячемся. В другие кусты. Так, я, по-моему, не в кустах. Или в кустах. Неважно. Смотрите, смотрите, он идет, он не подозревает ничего. А тут мы! Хова! Попался! Нет, я плохо попал! Я плохо попался! Он плохо попался! Лучник плохо! Я понял, лучник нехорошо.
опять игра подлагнула. Вот эти вот подлагивания, конечно, это вообще не очень. Это огромный минус игры. Чуваки, вы что, вы фармите вдвоем? Серьезно? Может, мы пойдем драться? Мы это же так сольем. Я один не вынесу, я маг. Они фармят. Они просто фармят. Серьезно, чуваки. Пошлите драться. Как тут указать нашим противникам? Фух. Господи, меня чуть не запалили вдвоем. Давайте пойдем сюда. Бам-бам-бам-бам-бам, я здесь, детка! Есть, успел, теперь валим. Изи, победа. Телепортируйся. Я телепортируюсь вообще? Нет, я не телепортировался, на мне какая-то черная сфера была, ну давайте теперь уже точно телепортируемся, не хочу с таким здоровьем драться. Защищает от удара, что-то там еще, короче, все, покупаем. Они просто стоят на одном месте, серьезно, я один должен вывозить всю команду, мне не вынести одному в троих. Блин, капец. Меня уже горит от моей тимы. Тут, блин, еще мобов целая куча. О, господи, помогайте. Так, третий, да, отлично, мы убили еще одного противника. Но нам надо... Тут очень много мобов, мне никто не помогает, они просто сидят в лесу и фармят. На одной и той же точке. И никак мне не помогают. Да. Они вообще не пытаются выиграть, по-моему. Они просто сидят в одном месте и фармят. У меня самая лучшая команда. Видимо, и два других игрока то же самое делают. О, противник идет к нам. Наш лучник. Противный. На, получай. Отлично, я какую-то штуку на него использовал. Давайте еще вот это используем. Да, не смей. Давайте отхил. Потихоньку будем мобов истреблять. И сейчас три чувака придут и просто меня нагнут. Потому что мои чуваки не придут мне на помощь. Придется использовать все умения и просто долбить турель. Придется как-то в одиночку побеждать всех. Я не знаю, как я это сделаю, но мы можем хотя бы с вами попытаться. Так, мобов у нас уже почти всех убили, поэтому нет смысла здесь стоять. Отойдем. Во, там уже три вражеских чувака. Я не рискну. Не рискну драться с ними. Надо отступать. Угу. Давайте отступим. Я не знаю, что делать. Давайте добытчика золота убьем. Ну, попытаемся, по крайней мере. Он очень живучий, капец какой. Давай еще раз. Ну, вроде мы ему побольше урона наносим, но тем не менее он нам очень неплохо так проносит урона. Приходится по КД ставить эти... Давайте пушечку поставим, а то сейчас придут противники, просто заберут нашего добытчика. О, ну спасибо, что решил хоть что-то сделать. Наконец-то они стали пушить. Серьезно, парни, благодарю. Наконец-то вы стали делать хоть что-то. Отлично, валим. Валим на базу, хочу отхилиться. Не знаю, можно ли в магазине отхиливаться, скорее всего нет. Возможно, только на базе стоит мне отхиливаться. Купим заодно всяких дичей. И погнали. Четвертый уровень у нас. Могу я посмотреть, какие уровни у противников? Нет, что-то как-то не очень. О, там вот нашего пушат, надо помочь чуваку, может быть, еще успеем что-то сделать. Так, минус один, теперь давайте второго. Мы сможем его победить, сможем, отлично, победили. Остался третий, давайте просто запушим третьего. Третьего запушим, нормально будет. Бей, отлично, победа. Очень классно получается у нас тащить. Даже урона не понесли с вами. Правда, сейчас они все будут воскрешаться по очереди. Достаточно, ну, маленький промежуток между их воскрешением, поэтому, скорее всего, они будут атаковать это втроем. Но это не точно. Давайте вот так вот запустим сферу. Да, она взрывается при попадании в первого. Не знаю, зачем тогда линию показывают. Просто показали бы радиус стрельбы так. Отойду от пушки, добьем ее, погнали дальше. Давайте по-быстренькому вынесем, пока другие не воскресли. Ну, они вот, они уже здесь. Давайте. Выносим их.
Стреляю. Отлично, погнали. Опять лаги. Нет, я не хочу, я сейчас... Лаги пройдут, и я умру. Нет, слава богу, такое не произошло. Отлично. Неплохо, неплохо. Ай, назад, назад. Отлично, вперед, вперед. Отхил сразу же включаем. Мобы. Идет снова противник. Так, прокачка третьего спецприема. Эту штуку используем сюда. Я не знаю, не понимаю, что происходит. Какая-то дичь, но мы победили. Давайте следующий противник. Сразу же первый, второй, третий. Третий не хватило. Вот тогда на этого третий используем. Отлично, добиваем. Снова-снова идем. В пушку стреляем первым. Не знаю, по-моему, она пушке не наносит урон. Но, тем не менее. Давайте попытаемся все втроем запушить. Может быть, и сможем эту пушку уничтожить до того, как... Она убьет кого-то из наших. Враг нападает, но ничего страшного. Наконец-то, вот спасибо, союзники. Вот так и должны играть настоящие союзники. Поэтому пока все идет хорошо. Сразу первый, сразу второй. Не знаю, зачем я на миньонов его использовал. Ладно, давайте вот попытаемся убить противника. Отлично, побеждаем противника. Вы убили врага, не знаю, вы убили это вы, это мы. Или вы это типа... Так, отступаем, потому что у нас противник. Противник идет за нами, и у нас нету поддержки. Отлично, вот теперь у нас есть поддержка, поэтому... Используем сразу все. Так, хорошо идет. Какие-то особые сперки давайте используем, почему бы нет. Снова третий используем, остается один противник. Один. Отлично, противник убит, разгромлено, что-то там, неважно. Вроде неплохо. Да блин, опять... У нас мобов нету, вот в чем минус. Можно, конечно, пойти сейчас на нашу базу, но я не хочу идти на базу. Давайте еще пофармим противников, они вроде ничего с нами все равно сделать-то и не смогут. Не уйдешь уже, не уйдешь. Союзник непобедим. Это вообще-то я хотел его убить. Второй. Надо третий еще использовать бы. Давайте третий. Отлично, победа. Вы бесподобные, и спасибо. Назад. Короче, мне кажется, мы накопили с вами достаточно много денег, пошлите их потратим. Чтобы сразу же, да-да, телепортируясь на базу, потратить золото, но нет, я хочу именно пойти в этот. Чувак, я на тебя не нападал, какого фига ты на меня напал? Иди, я хочу в магазин, не на базу. Хотя быстрее, наверное, было именно сделать так. Давайте купим здесь все. Я все купил, что было возможно купить? Неважно. Да, мы 3000 с вами потратили, поэтому просто идем добиваем их. Союзник не знает пощады. Так, я хочу тебя отомстить, ты меня бесишь. Страж рудника. Хочу убить стража рудника, почему бы и нет. На тебе. Вражеский страж побежден, осталось жизни 2, я не знаю, что это значит. Так, мимо куда-то выстрелил. Теперь моя очередь фармить в лесу, чуваки. Ничего не знаю. Добиваем древнего вот этого, или что это такое вообще? Можно вторую прокачать, окей. Давайте отхилимся немножечко и будем уже подпушивать их, Вон там в основном все противники стоят, давайте разберемся с ними. Так, слышь, чувак, ты будешь на меня обращать внимание или нет? Или ты вот так и будешь, знаете, это фигней страдать? Сразу ролики. Оп, как хорошо ты подошел, а! Молодец! Идем. Куда идем мы с пятачком? А, как больно! Я уже чувствую боль еще до того, как она коснулась меня. Долгий матч почему-то, блин. Мобов очень мало. А, нет, не надо. Не сейчас сыграть. Ну, пожалуйста, эти... Вот эти повторы... Что происходит? Почему у меня нету полздоровья? Я хочу идти домой. Иди сюда, куда ты пошел? Нам надо убить стража рудника. Не знаю зачем, хочу убить стража рудника. Я даже не знаю, что делают мои пассивки, но я их использую. Точнее, активки. Какие пассивки? Слава богу, вот этот вот чувак не помогает ему, но сейчас мы его тоже убьем. Я могу как-то интересно хилиться? Или чисто такой атакующий маг, который не может в хил? Отлично, прокачка. Что это вообще такое? Милена приходит в форму, она может использовать что-то там. Неважно что, опять у меня подвисла игра, серьезно. Вот, именно вот эти подвисоны мне не очень нравятся. Может, это из-за записи. Вполне возможно, скорее всего, это именно из-за записи. Так. Секретная
Ну, это, короче, это победа. Это победа. Изи. Второй матч мы тоже легко победили. Остался только посмотреть последний режим. Пятиминутный блиц-режим, так сказать. Завершить. Конечно, видео уже идет долго, но ладно. Давайте посмотрим все режимы, уж раз уж мы начали. Ну, не все, может быть, там какой-то один еще мы не успеем посмотреть. И мы получаем, скорее всего, уже в первый уровень с вами. Ну, второй. Да, второй уровень. Ключ какой-то базовый. Слава. Господи, сколько всего. Солнечный свет 60. Окей, окей, я понял вас. Я могу что-то получить? Да, я могу получить сундук. Какие-то... Блин, я не посмотреть. Я случайно нажал и не посмотрел. И также сезон. Сезон. Ключ. Какой ключ? Что происходит? Новый уровень. Окей. Опалы. Три опала. Окей. Боевой пропуск доступен. Показать. Battle Pass. Главное. О, через 10 секунд бесплатная штука. Хочу бесплатную штуку. Но хочу сначала сезон проверить. Что значит сезон? Я тут могу что-то сделать. Нажать. А, новый уровень. Давайте еще раз нажмем, может быть, еще новый уровень. Третий. Угу. Странно, не знаю, не понял, как это работает, но мы, видимо, получили с вами какую-то штуку. Давайте получим еще бесплатный сундук, хочу еще бесплатных сундуков. Опять же, кучу бешенства дали для кошки, зачем оно мне? Три карты бешенства, серьезно. Видимо, как-то можно повысить уровень, но я не знаю пока как, видимо, где-то там в настройках. Да, видимо, в героях. Давайте попробуем. Так, у меня игрушка опять. Вот эти подвесоны в игре мне не нравятся. Возможно, это из-за записи, а может быть и нет. Если это не из-за записи, то это минус игры. Огромный минус. Из-за этого минуса можно порой проиграть, серьезно. Ну, давайте быстренько получим награды и быстренько протестим режим. Надо побыстрее все делать. Зачем-то перезапустил игру. Точнее, я просто ее свернул, и она перезапустилась. Как-то так. Ну ладно, она хотя бы быстро загружается. Да-да-да-да-да, я хочу вот сюда перейти. Таланты, таланты мы можем прокачать. Таланты, да, у нашей кошки. Нет. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Так, не у Катрин, где кошка? Нет-нет-нет, вот. Мы можем прокачать, улучшить. Именно для этого нужно тратить какие-то очки талантов. Ну окей. Не знаю, зачем я это сделал. Может быть, я сделал только что что-то очень глупое. Если я сделал очень глупое, напишите. Пожалуйста, я не буду это делать. А то я буду делать это постоянно. Я знаю себя. Что еще можно? Сундуки, ключи, базовый ключ, базовый сундук. Давайте откроем его. Наверное, я тоже сделал что-то очень глупое. Но тут слава и слава. Не знаю, стоило ли это того. Ой, они исчезли. Окей. Окей, ладно, давайте играть. Блиц-режим и королевская битва. Еще есть режим схватки. Может быть, посмотрим все режимы, а? Повышайте свой рейтинг в одиночку с ботами. Что такое блиц-режим? Это один на один? Ранг. Ранг блиц-режима. Поиск матча идет у нас. Ой, у меня телефон разряжается. Непрофессионально. На. Три игрока, 3 на 3. Но это все за 5 минут. Матч 5 минут, 3 на 3. Блин, звучит круто. Нет, реально звучит круто. Видимо, тут будет какой-то супер-мега-бонус. Давайте сыграем за кошку. Потому что, ну, я обычно не играю в такое, типа, за таких героев, то есть быстро ближнебойных. Мне нравятся дальники, мне нравятся хилеры. Поддержка не очень, еще немножечко танки нравятся, но танков я не видел. Есть какие-нибудь ближнебойные танки? По-моему, у меня таких нету. С нами стрелок есть в роботе. Также есть Гарлокс, какой-то прикольный скин. Против нас точно такой же Фортрекс. И какой-то странный чувак. Стоп, а кого я выбрал? Я же кошечку выбрал. А, ну мы снизу теперь. А, точно, мы снизу. Я почему-то привык уже, что мы были сверху, поэтому считал, что я сверху. И такой думаю, а где я тогда вообще? Ну, с нами пират и такой же чувак, как у них. Но меня пугает вот этот вот Крул Металлист. У него еще фиолетовым ник подсвечен. Это значит, что это какой-то редкий персонаж, то есть необычный. Возможно, будет трудно.
Возможно, это наш проигрыш. Но если это, если я проиграю, то минус защиты, конечно же, побольше атаки хочу. Кристаллы, все это покупаем, неважно что. Давайте третий хочу, второй хочу, первый хочу. Серьезно, мне сразу столько очков накидывают? Ну окей. Быстро, 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 быстро. Да что вы там застряли? Игра. Здорово. О, здорово. Как вы быстро здесь оказались. Мочи, мочи их. Не давай им пройти. Что же делает третий спецприем, я так и не понял. Не-не-не-не-не-не-не. Прокачка первого. Ауч, он издалека меня швыряется. На тебе. Нет, больно. Время отступать, время хилиться. Давайте используем зелье, потому что, ну, я не знаю. Используем зелье. Второй прокачаю. Третий почему-то не нажимается. Я не знаю, почему не нажимается. А вот, это, видимо, нужно в упор стоять к противнику, чтобы использовать эту способность. У них слишком много здоровья. Это просто нереально как-то. Меня за 10 секунд убили. Давайте купим всяких штук. Нет, вот здесь вот, естественно, здесь какие-то не новички, потому что там идут ранговые бои. Я думаю, игроки знают, что делают. А я нет. Но, тем не менее, три матча, три минуты матч уже идет. Счет 1-0 в их пользу. Я умер, никто больше из наших не умирал. Но сейчас умрут. О, нет, смотрите, мы победили. Фух, не попало. Так, отвалите от меня мобы. Попытаемся все-таки затащить. Так, я отойду, а то меня сейчас убьет эта ваша турель. Так называемая. На тебе. Не дайте ему уйти. Блин, у меня мой союзник меня бросил, я умер. Сволочь. Нет, этот режим какой-то наркоманский. Тут просто дают огромное количество опыта, золота. И типа, ну сражайтесь, еще эти лаги. Лагов бы хотя бы не было, можно было бы хоть что-то поделать, попытаться. Ну, блин, самые ответственные моменты, ну, такое себе. Хотя мы бы там, наверное, в любом случае выиграли, но теперь у меня хотя бы есть нормальное количество здоровья. Сразу использую все обилки. Отходим. Блин, этот вот этот гигант, который, блин, по площади бьет, это просто какое-то читерство. Так, я хочу обойти их. Грубой силой мы тут не прорвемся с вами. Страж рудника сразу 3 очка нам даст. Почему бы и нет? Главное, чтобы никто не пришел случайно. Ну, используй ты эту штуку, нет? Не хочет. Господи, нам его не победить, он какой-то мега имбовый. Давайте отхилимся. Страж рудника. Ну, это наш страж рудника, это понятно. Закупка предметов. Давайте купим какой-нибудь дичи. Подождите, он хилит еще? По-моему, он немножечко хилит. Или мне показалось. О, у нас тут противник. Ну, используй ты третий. Да блин, капец, я не знаю, я не мог его затащить. Почему-то я проиграл, хотя у меня урон. Да. Ну, давай, давай, грузись. Добывает руду. Нормально так. Серьезно, они еще и выжили? Че они не дохнут? Ну, а, ну да, проигрыш. Да. Получаем различные награды, бла-бла-бла.
Даже за поражение. Ну, закончили мы на поражении. Я бы, конечно, сыграл еще один режим. А именно в Королевскую битву. Я думаю, это интересный режим. Но, наверное, мы его посмотрим уже в следующий раз. Потому что мне надо идти. Угу. Ну, ладно. Что ж, я буду заканчивать. С вами был Ник. Большое спасибо вам за просмотр. Удачи. До скорых встреч. Пока-пока.